И всем здравствуйте! В 2016 году меня зовут Федор Васильев. Это первый урок по Adobe Muse в этом году. В этом уроке я подготовил для вас симпатичный виджет Background, анимированный. Вы сейчас видите у себя на экранах данный эффект. Сейчас я перезагружу страницу. Когда сайт только загрузился, начинаются вот такие вот колебания в виде разноцветных квадратиков. Цвета каждых квадратиков, ну там два тона цвета, более темный и светлый, настраиваются в данном виджете, то есть любые цвета можно использовать. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим более детально данный виджет. Из библиотеки, как обычно, данный виджет я перетаскиваю на холст. Логотип Muse я вынесу на передний план. По умолчанию давайте посмотрим. Мы имеем вот такой вот прямоугольник. У него есть настроечки, два цвета. Ну и просто давайте для эксперимента background color, первый цвет, кликаем по цвету и выбираем какой-нибудь цвет. И background color, цвет номер 2, кликаем, также выбираем какой-нибудь цвет. Вы можете использовать вот такую область, если вам нужно, то есть небольшой на сайте. Давайте сразу посмотрим, как это будет выглядеть в браузере. Вот сейчас вы видите, да, то есть конкретная область. Может быть, где-то это пригодится. Ну или же мы с вами наш виджет разместим по краям и за крайний ползуночек, либо в панели Muse можно сразу сделать по ширине в 100%. Я привык ручками двигать, поэтому делаю так. Добиваемся того, чтобы у нас было показано сбоку ширина 100%, значит, у нас будет виджет растянут и будет резиновым. Вот сейчас вы видите, да, смотрится очень симпатично. Есть, конечно, здесь вот небольшой косяк справа, не до конца идет виджет, но у меня монитор большой, разрешение 1920 пикселей по ширине. Естественно, браузер окна я сузил для записи урока, и на моем мониторе, то есть вот эта ширина 1920 пикселей, там зазор едва заметен, то есть смотрится хорошо. Браузер сузил до 1280 пикселей, и происходит, видите, вот такая ситуация. Ну и если вам нужно задать большую площадь, вы просто дублируете данный виджет преспокойненько, и у вас будет смотреться все хорошо. Вот видите, большая область здесь задействована. Вот такой вот виджет. Если он вас заинтересовал, вы сможете скачать его на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!